Фишки, ребятки, с вами Лекс, и мы продолжаем играть в Hungry Dragon, и в данный момент мы сразу же нажимаем играть и меняем нашего дракона, безумного Жакса, на нового. Вот такого вот, Искра. Проворный дракон, который любит играть с едой. Во-первых, открываем яйцо. У нас там целых 3 яйца уже, ребят, накопилось. Оп. Опа-на! Обычный питомец-дружок. Нифига себе прикольный. Щедрые гоблины. Плюс 30% здоровья восстанавливает, офигеть. Но это, видите, обычный питомец. Редкие мне не выпадают. Выводим новое яйцо. Видишь, чтобы вывести, нужно 30 заплатить. То есть, чтобы 6 часов не ждать, нужно заплатить. Мы можем также купить мистическое яйцо. Так, либо покупать фиолетовые яйца, которые можно открыть сразу, видишь. Здесь, в принципе, то же самое, что и красные яйца, только здесь мы его сразу же открываем. Я даже не знаю, ребят, честно скажу. У нас пока 48. Давайте сделаем так. Если вы хотите, чтобы я открыл, то пишите в комментариях, чтобы я открыл хотя бы одно яйцо. И потом уже посмотрим, сколько человек напишет, и там уже решим, будем ли открывать. А сейчас просто заходим сюда, смотрим, что у нас по заданиям. Канарейки золотые, активировать огненную лихорадку 6 раз. И задание, которое я практически выполнил, сжечь 8 зданий. То есть одно еще осталось. Помимо этого, сейчас сразу же бесплатно. Готово. И, в общем-то, у нас теперь доступна карта. Это самое важное для того, чтобы собрать слово «Hungry». Это, я, ребят, посмотрел, что делает «Hungry». Бывало такое, что я даже за одну игру по 2 раза собирал «Hungry». И вы здоровы, становитесь супер здоровым. Я вроде бы даже на одной серии был, да? Принимал эту форму здоровую. И, в общем-то, сейчас мы будем, ребят, с вами тогда добиваться этой формы. На самом деле, их есть, можно даже и не пытаться. Потому что не имеет смысла никакого. Смотри, где R. Офигеть. Достать ее нужно же еще. Ну давай, Г я сейчас соберу. А сверху, надо мной. Канаречки. Мне золотые нужны, правда. Ну, какие попадутся, да? Таких съем. Вот, буква G. Первая есть. Сейчас наша задача искать буквы. Сундуков у нас, кстати, нету. Ни одного, потому что, видимо... Я недавно собирал, когда играл просто так. Смотри, здесь, оказывается, секретный проход есть. Здесь очень много мин. Блин, не знаю, может быть, сходить туда, сгонять по-быстрому. Не, ребят, давайте потом. Хотите, чтобы я сгонял? Пишите в комментариях. Обязательно сгоняй туда. Тот секретный проход, потому что я понял, куда попасть теперь. Давай по букву R заберем. Ну, где-то здесь сверху. Паучара ко мне. Он где-то сверху. И нужно в космос лететь, короче. Но я что-то не понял, где. Я над ней. Под ней, точнее. Вот, она надо мной должна быть. Где-то примерно здесь. Вот тут вот. Жесть, да? Чисто куда надо прилетел. Видите, чем сильнее дракон, чем больше он, тем сложнее как раз-таки расположение букв. Hungry. Окей. Жалко, что... Ой, нифига себе, я там дракона завалил. Жалко, что у нас нету... Ой. Сундуков. Так бы я был бы очень счастлив. Осталось забрать H и букву U. И после этого сразу пойдем за яйцом. И, разумеется, или забрать сначала U, потом H. И, кстати, здесь-то тоже не был. Ой, сложно. Ой, сложно. Не, давай-ка, наверное, H заберем сначала. Ах ты, гад. Чего стреляешься-то? Черный дракон тоже съеден. О, перец. Огненная лихорадка. Кушаем, 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 никого не слушаем. Здесь, кстати, драконы часто летают, так что надо быть сейчас осторожным. Нам надо сейчас забрать букву H. В принципе, спускаемся туда вниз. Вот сюда вот. Могу есть призраков этих? Нет, не могу. Я все еще недостаточного размера. Все еще маленький дракон, ребят, все еще маленький. Но прикольный. Без крыльев, знаете, как в китайской мифологии, да, часто такие драконы используются. Здесь людишки, кушаем.
Этого толстяка не будем есть. Блин, я сказал не будем, мы все равно съели. Видишь, я немножко поменял графику, я думаю, многие заметили уже в самом начале серии. То есть у меня, оказывается, стояла плохая графика, прикинь. Сейчас я поставил максимальную. Да гад, отстань от меня. Так, где последняя буква? Последняя буква подо мной. Я должен ее забрать, ребят. Вот, здесь она. Забираю и сразу лечу в обратном направлении. Быстрей, 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 быстрей. Хангри. Этого чувака, по сути, я могу завалить. Но что-то не получается. Во, готово. Ребят, очень плохо отыграли, короче. У нас даже огненная лихорадка не началась. Просто жесть какая-то. Жесть, такая плохая лихорадка. Такой плохой сбор слова «хангри». У меня хуже еще не было. Ну ладно, заберем сейчас яйцо и опять соберем слово, попробуем. Яйцо где-то здесь. Вон оно. Надо облетать, получается. Осторожно. Меня все атакуют, кому это не лень. И денег, ни очков не заработали-то вообще нисколько практически. Канарейка. Я яда забацал и всего остального. Еще ведьма меня убьет, наверное. Хангри у нас находится сверху. Я уже не успею, ребят. Я уже погибну, скорее всего. Да, а там оказывается еще и дракон. Так, продолжаем. Сразу валим от драконов этих. Перец. Красота. Можно, в принципе, взрывать все бомбы, которые находятся здесь. Они нам ничего не наносят, как я помню. В момент огненной лихорадки. О, сколько здесь канареек. Они мне нужны. Красота-то какая. Дракон здоровый. Говнюк этот здоровый тоже. Ни одной буквы не вижу, если честно. Вроде столько пролетел, да уже. Ни одной буквы нам не попалось на пути. Так, Г подо мной, Н надо мной. Давай Н заберем. H тоже заберем. Попробуем, по крайней мере. Она где-то здесь должна быть. Где H? А, здесь U. Ну, давай тогда вверх. Взмоем. Давай, раз, два, три. Опа. Красота. Вот и буква U. Гоблинов тоже сжираю, потому что они нужны. И как раз таки много восстанавливают, почему бы и нет. Нам нужно возвращаться. Вернемся так же, как и пришли, в принципе. Я считаю, что это правильное решение. Эти звездочки дают плюс очки. И больше ничего, я так понимаю. К сожалению. Мне бы сейчас огненную лихорадочку. Но вместо этого я просто получаю урон. Джи находится подо мной, но подо мной также находится еще много всего дерьмового. Например, как вот этот вот чувак. Ну, видите, никак. Ну, никак здесь не спастись. То есть, очень сложно было изначально, потому что здесь стоял... как его зовут? Гоблин? Тролль? Это был тролль. И огромный дракон еще летал. У меня, видите, рекорд я без вас набил, это 400 тысяч чем-то. И мне даже какую-то ачивку дали за это. Офигенно выглядит дракон, как змея, да, такая летающая. И мы, получается, выполнили одну миссию. И, разумеется, открыли пару... Ого, нифига себе. Во-первых, мы открыли драконатор 800, он похож на покемона прям какого-то. Да, он на покемона похож, ребят. Я вроде бы даже видел такого покемона. У него даже такие же кольца вокруг него. Может быть, ошибаюсь. Пишите мне в комментариях. Есть такой покемон? Нет такого покемона? Мне даже интересно.
Мне даже стало интересно. Так, ну ладно. Покупать я не буду, хоть у меня есть 56 тысяч, я не считаю, что это нужно тратить на эти скины. Но если вам очень сильно хочется, я потрачу. Для этого пишите все в комментариях, я их, разумеется, читаю. Я их не пропускаю никуда. Так, хорошо. Сейчас еще раз попробуем, ребят. Сразу смотрю на карту. Беру I, ну или Y, краткую, как там она. Она находится здесь. Первая есть. Давайте за буквой J полетим. Потом N-очку. Хотя, наверное, сейчас N-очку лучше забрать. По пути. Только я не понимаю, где она. Просто здесь, слышите, да, звук какой-то магический. Ощущение, как будто здесь что-то есть. Я уж подумал, то, что здесь у нас как раз-таки и будет буква N. А она где-то здесь должна быть. Котелок. Где-то здесь должна быть, но я не вижу где. Вроде бы рядом с нами уже. Вот она. Так. Блин, G, буква J, конечно, не в самой хорошей области находится, потому что там и ведьмы. Там и все подряд. Дракоша. А, ведьма сраная. Стреляется. Да, урона, ребят, я получил, будь здоров. Просто на ровном месте. Я не понял, где буква G? Она выше, видишь? Я еще внизу ее. А она где-то здесь. Перчик. Я взял букву G? Не взял. Ее не видно. Она либо за кустами, либо еще где-то там спряталась. Буковка, появляйся. Вот она, господи. Невидимая буква, невидимая. Так, хорошо. Нужно яйцо забрать. А, яйцо нам нельзя забрать, у нас и так три яйца. В общем-то, нам нужно букву H, сразу R, потом U. И у нас все по красоте будет. Давай попробуем. Давай рискнем. Видите, очки я не особо сейчас набираю. Моя сейчас задача взять эти буквы. Потому что с этими буквами мы как раз таки получаем больше всего очков. Хотя мне бы сейчас огненная лихорадка на самом деле не помешала бы. То есть мне нужно дойти до мега лихорадки. И если у меня будет мега огненная лихорадка в момент... обычной, ну то есть в момент, когда я соберу слово Hungry, тогда вообще будет прекрасно все. Странные драконы, и летучие мыши, и пауки, все остальные. Кстати, я не делал на этот акцент, но видите, здесь вот такая вот будка стоит, ребят. Я вот только сейчас до меня дошло то, что это отсылка на такой сериал, как Доктор Кто. Кто знает этот сериал, с того лайк, ребят. Да вот точно, лайк уж на 100%. Так что вот такие вот дела. Прикольно то, что даже отсылки здесь какие-то имеются к каким-то определенным культовым сериалам. Гад. Кушаем его, кушаем. Не могу поймать, прикинь. Блин, R была внизу? Я вообще ее не видел. Вот он, видишь? Как мы так пролетели, что она вообще незаметна была на экране? Может быть, была заметна, просто я не обратил внимания? Что вполне тоже вероятно. Я хочу насобирать огненную лихорадку. И взять потом после этого букву сразу же. Видишь, больших призраков тоже мой жук ест. Без разницы, какие там призраки.
Иди сюда, фея крестная. Ай. Подожди-ка. Ю прямо подо мной. То есть, если я вот эти штуки возьму, они мне будут огненную лихорадку поднимать? А видишь, он призраков ест, а она тоже поднимается. Во, красота началась. Началась красота, ребят. Ляпота. Ляпотища. Ляпито бонито. Конкретная, ребят, жесть. 300 тысяч очков на барабане. Не знаю, побьем ли рекорд, но мне что-то подсказывает, что нет. То есть сейчас я насобирал просто миллионы очков. Ладно, не миллионы, но очень много насобирал. Я думаю, вы с этим согласны. Звездочки не получилось взять. О, буква R. За буквы тоже, кстати, дают очки, если что. То есть вы не просто так их собираете. А потом еще, когда вы соберете все, активируется вот эта вот суперспособность. Которая очень многое... От нее очень многое зависит, так скажем. Ай-яй-яй, больно же. Я все еще живой, не беспокойтесь. Я восстановил себя на какой-то момент времени. Я не знаю, стоит ли идти за буквами. Буква J здесь. Давайте тогда загоняем сюда, влево. Я там еще ни разу не был. То есть все равно нам за буквой J идти. Давайте посмотрим, что там такое. Но сейчас, видите, драконы появляются и прочая фигня. Жесткая. Вот, типа, вот этих вот драконов. Я их победить-то не могу, вот чем проблема. Ой. Жесть. 400 тысяч уже очков. Сейчас спускаемся вниз, как я и говорил. Ой. Все ведьмы и паучара. Опасные, опасные, ребята. Вот букву G забираю и ядом немножко себя убиваю. Это было сделано не специально, ребят. Я не виноват. Гоблины. Гад, ой, гад. Вот здесь я уже не был. Точнее, я здесь был, а вот ниже спускаться я не спускался еще. Здесь просто можно... Вот сюда вот. Есть. Там пираньи, прикинь. Вот здесь я еще не был, ребят. Угу. Фейспалм, господи. Че ж я вечно умираю? Хорошо, я живой. Я не справился с управлением тогда. Витая пещера. Ой. Я не знаю, а как мне пройти там дракон, он здоровый. Давай пробуем пролететь. Ну, мы почти пытались. Ну, смысла, ребят, сюда залетать, я так понимаю, не было. Посмотри, какой здесь дракон. Я думаю, там есть какие-то вкусняхи, которые мы раньше не видели, которые приносят нам больше дохода по очкам и по всему остальному. Но, камон. Рекорд мы не поставили новый. 410 тысяч, у меня максимально 480, плюс 6 тысяч монеток. И чё? Все? А вот как раз таки еще одну миссию выполнили. То есть активировали несколько раз огненную лихорадку. Кецалькоатль. Ну такая вот... Такой вот скин. Ну ни о чем, ребят, тоже скин, ни о чем. Дает всего лишь 10% ускорения. Не имеет смысла вообще, абсолютно никакого. Ладно, ребят, давайте на это закончим. Надеюсь, вам понравилось. Если да, обязательно ставьте лайки, пишите в комментариях. Не забываем подписаться на паблик ВКонтакте, ссылки в описании шапки канала. Это была игра Hungry Dragon. А с вами был Олег. Спасибо за просмотр и всем добра.